92 года рождения, уроженец Ярославской области. Спортсмен Дугартин провел два памятные победы. Занимается вольной борьбой уже 2 года. Победитель всегда будет Жолова 2016. Тренер Холодич Саскопаев. Пишет, спорт был не фас. Кандидат мастер спорта по ММА провел 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Среди любителей 14 боев, 13 побед и 1 поражение. Занимается ММА 2 года, является 4-кратным победителем медалей по модели. Тренер Тенербек Алманас встречает Шералайкулу. Удушающим приемом победа одержал Шералайкулу.